В этом видео я вам расскажу, как практически из подручных средств отремонтировать сиденье любой иномарки. Вот простейшая проблема, когда со временем кожа трескается или вот так вот рвется. Также появляются черные затиры. Ну и просто со временем рвется кусочками. Вот кусочки кожи отлетает. Для этого нам нужен будет самый обычный клей ПВА, которым затираются швы. Места, где прям совсем все плохо. Приходится это делать в течение, возможно, пару-тройку дней. Для того, чтобы ПВА высыхал и нарастал небольшой корочкой. А результат — это вот в данный момент автомобиль Audi. А вот результат — автомобиль Mercedes. По сути, такие же салоны, как у ML, у GL, это R-класс. К сожалению, я немножечко не смог вам показать, как здесь все происходило. Здесь было очень рваное, вот в этом месте сиденья. Я даже специально оставил. Вот здесь еще до конца не доклеил, то есть здесь было рвано. Это место было полностью стерто, то есть оно было чернейшее. Здесь было все черное. На данный момент, после небольшой обработки клеем ПВА и краской, которую можно купить практически в любом автомагазине, салон выглядит, ну, я бы не сказал, что прям новый-новый, но новый. Осталось совсем чуть-чуть, вот только с той стороны, да, красить и доделать. А так вот, этому автомобиль 2006 года, сегодня 2019, 13 лет. Все вот так, это у нас мусор. И вот такое добро вы можете сделать самостоятельно, даже если у вас вот такое состояние сидений. Краска, которую стоит использовать, называется Матип. Матип. Она идет разная. Вот здесь вот она идет бежево-серая. Можно, конечно, взять серую. Ну, бежево-серая будет лучше смотреться. Она будет оригинальная, вот ближе к этому цвету. Но в следующем видео я покажу, когда все сделаю, как это будет выглядеть. Что вам нужно для этого, еще раз повторюсь. Клей ПВА и краска Матип. Для кожи автомобилей, она здесь подписана как Лейза. По деньгам клей ПВА в районе 50-70 рублей, краска 400-500 рублей. Но вот на такой салон вам нужно будет именно вот этой, вот таких баллончиков по 200 миллиграмм. К сожалению, она идет по 200 миллиграмм, кроме черного цвета. Без третьего ряда это порядка 6 баллонов. Соответственно, в районе 3000 рублей. Ну и клей ПВА, вот считайте, рублей 100. 300 – это то, что вам понадобится для восстановления целого салона автомобиля Audi Q7. На данный Mercedes D3 ряда сидений ушло 7000.